Одни из самых активных представителей молодежи округа отправились на образовательный форум «Ладога». На берегу Финского залива в кругу единомышленников со всего северо-запада они проведут около недели. Какая программа ждет молодых избирателей, волонтеров и патриотов, мы узнали из уст участников. Больше недели всей семьей на побережье Финского залива. Семья Боярских прибыла на форум в полном составе. Молодая мама Анастасия с сыновьями Денисом и Женей и папой. Такое приглашение семья получила неспроста. 2016 год в Ленинградской области объявлен годом семьи. У нас два мальчика, Женя и Денис. На данный момент они здесь больше, конечно же, играют. За ними смотрит папа, так как я больше времени провожу на тренингах. Им здесь нравится. Им интересно то, что здесь другая немного природа. Им интересно, что здесь очень много людей, которые что-то делают, веселятся, работают. Очень нам, конечно, не хватает детской комнаты, чтобы можно было их там оставить на некоторое время, чтобы папа тоже мог посетить вместе со мной тренинги. Но этот вопрос нам обещали решить с завтрашнего дня и комнату предоставить в первой половине дня хотя бы, чтобы дети могли заняться, именно поиграть игрушками детскими, а не только на улице быть. Помимо общения, подобные площадки предоставляют удивительную возможность к самореализации. Так, в этом году на форуме открыты 6 площадок. Молодежное самоуправление, молодые профессионалы, медиатворчество, волонтеры Победы, молодежное самоуправление и добровольчество. Для каждой из площадок предусмотрен комплекс образовательных мероприятий, мастер-классов, выставок, семинаров и лекций. Одно из событий форума – День регионов, который посетят губернаторы северо-западных субъектов. Главы регионов обсудят с молодежью актуальные вопросы социально-экономической и общественной политической жизни Северо-Запада и России. Завтра у нас предстоит очень важный день, завтра День регионов. Ждем в том числе нашего губернатора Игоря Викторовича Кошина. Подготовили выступление. Вроде как сегодня была репетиция, проходила, сказали, что выступление у нас довольно-таки неплохое. И, возможно, мы будем открывать, собственно, этот вечер торжественный. 30 июня участников ждет защита проектов. На реализацию самых актуальных и социально значимых проектов Росмолодежь выделяет средства. Ждет защита проектов и участников из Ненецкого округа. Как рассказали участники, они направлены на поддержку молодежи нашего региона, добровольчества и молодежных субкультур. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».